Салю, братишки, стрёмки, микрофона мистер Кей, добро пожаловать в GTA 5 онлайн. Прошел слушок, что здесь появился серийный убийца. Настоящий маньяк с револьвером, который убивает и издевается над своими жертвами. Сегодня мы попытаемся его найти, а также избавить город от этого мучителя, самого жесткого и опасного маньяка за всю его историю. Возьмем на себя роль детектива и решим эту проблему. Обязательно ставьте свои зверские лайки, подписывайтесь на канал. А нам пора отправляться на первую зацепку, которая приведет нас к этому маньяку. По сведениям моего секретного информатора, зацепка располагается вот здесь. Так что туда мы и выезжаем. Самое забавное, что это ивент, связанный с Red Dead Online, в который я тоже играю. И этот револьвер, который мы сегодня сможем отыскать, секретный револьвер и, в принципе, секретный маньяк, отправляет нас к истории в Red Dead Redemption 2, тоже про маньяка. И если мы сегодня получим этот револьвер, то он нам также станет доступен в Red Dead Online. Собственно, к этому я и веду. Увидим, насколько он крутой, что он из себя представляет, и может ли он разносить бошки так, чтобы мозги аж отлетали на стенку. Мне лично кажется, что все случится таким образом, что если мы возьмем этот револьвер, то на нас найдет какое-то проклятие, и мы сами станем маньяком в его Сантосе и будем, в принципе, на его месте. Ох, уже вечереет и темнеет. Не хотелось бы искать серийного маньяка ночью, ведь мы можем стать очередной его жертвой. Но так или иначе, первая зацепка у нас располагается здесь, на этой ферме. Давайте ее поищем. Я, ребята, что-то слышу. Очень-очень-очень странные звуки. Откуда-то оттуда до меня доносятся. Послушайте их внимательнее. Вы тоже слышите, как будто это голоса каких-то духов около этой свинюшки с хот-догом. Внутрь здесь вряд ли можно зайти. Давайте осмотрим это здание снаружи. Вы только послушайте, за этой дверью происходит какая-то аномальная чертовщина. В этот момент любой нормальный человек решил бы просто свалить отсюда и не искать серийного убийцу. Но мы, разумеется, продолжим это делать дальше. Смотрите, нашел первую улику. Can you find me? Да, разумеется, я смогу тебя найти. Ублюдок такой, который убивает наших жертв. Так, это была первая улика из пяти. Так что выдвигаемся к следующей. Мой информатор только что передал мне экстренное сообщение срочно ехать на аэродром. Кажется, мы его маньяка только что там видели. Нам нужно поторопиться, может быть, мы успеем его перехватить, и нам не придется искать следующие улики дальше. А возможно, мы даже сможем спасти очередную его жертву от ужасной смерти. Жуткое место. Что я должен здесь найти? Может быть, он прячется за каким-то кактусом или еще где-то. Давайте припаркуемся здесь и пробежимся немного. Но, блин, это же аэродром Тревора, аэродром в Сэнди Шорс. Здесь нет ничего. Хотя нет, я слышу те же самые звуки где-то рядом с собой. Послушайте. Может быть, здесь чья-то могила? Ох, мистическая эта штука. Так, я могу осмотреть улику, но, блин, это просто мусорные пакеты, это не улика. А, нет, смотрите, вы только поглядите на это. Здесь лежит отрубленная рука. Господи, как это жутко. Все-таки, мне кажется, он добрался до своей жертвы, я опоздал, черт, опоздал. Ладно, ничего, может быть, мы еще кого-то сможем спасти. Осмотрели улику и двигаемся дальше. Зацепки продолжают направлять нас на север. Следующая находится в Грейпсе, тоже на очередной ферме. Мне кажется, он помешан на фермах. Окей, убийца, хочешь поиграть со мной? Я с тобой поиграю, но потом я обязательно спляшу на твоей могилюке. Мы приехали на эту ферму. Я опять слышу эти звуки. Нужно лишь найти зацепочку. Ничего себе, он мачете здесь оставил окровавленное. Возможно, это как раз от той руки, которую мы видели. Ладно, еще одна улика в нашу копилочку. Мне даже уже страшно представить, какого монстра мы в конце концов найдем. Дальше мне предлагают отправиться в лес Палето, рядом с Палето Бэй. Вот куда-куда, а в лес-то отправляться мне совсем не хотелось бы на поиски маньяка. Вдруг он кого-то там сейчас закапывает.
Ну что ж, давайте поторопимся. О, симпатичное место с таким новогодним настроением. Мне кажется, это отель. А в таких мотелях, кстати говоря, любят маньяки обитать и убивать своих жертв. Что ж, давайте поищем очередную зацепочку. Возможно, нам нужно будет зайти в какой-то номер. А нет, нам вовсе не в номер надо. Судя по всему, здесь уже лежит труп, который он создал. Верну, из живого человека создал труп, да. Ладно, изучаем очередную улику и двигаемся дальше. Жаль мне того человека, с которым это все приключилось. А вот дальше будет сложнее, потому что мой информатор наверняка не знает, где находится следующая цель и пятая последняя улика. Есть несколько разных точек, придется проверить все. Здесь, к сожалению, пусто, значит информация неверная. Двигаемся к следующей цели. Она у нас находится чуть дальше по шоссе, тоже под каким-то мостом. Так, я вижу какой-то фургон. Какой-то очень-очень странный черный фургон, стоящий под мостом. Возможно, маньяк внутри, поэтому давайте запульнем с РПГ по этому фургону. Ну ладно, нет. Вдруг там жертва сидит. Не хотелось бы убивать беззащитную жертву, поэтому аккуратно сначала его изучим. Так, маньяк, ты здесь? Выходи! О, господи! Что это? Мешки! Боже мой, сколько здесь крови, сколько здесь мачете! Мне кажется, что в этих мешках трупы! Обезглавленные трупы людей! Боже мой, это ужасно! Нужно уничтожить это! Не хотелось бы, чтобы здесь такое было! Ну, так, давай сначала улику, разумеется, изучим. Все, хорошо, изучили. А теперь уничтожаем это дело. Нам это не нужно в Лос-Сантосе. К черту это! Какого черта? Что это за бронированный фургон? А ну взрывайся давай. Вот же блин. Не получается взорвать штуку. Ладно, у меня есть РПГ. С РПГ точно получится. Все, отлично. Или не отлично? Блин, здесь ничего не изменилось. Пока я заехал к своей бабуле съесть вкусный супчик, мне какой-то неизвестный человек прислал СМС. Вечно ты суешь нас не свое дело. Мне это надоело. Не стану врать, то, что произойдет дальше, тебе не понравится. Черт побери, мне кажется, мы все-таки разлили маньяка, и теперь он откроет охоту на меня. Но ничего, у меня полный боезапас. Я готов с тобой встретиться, мерзавец. Чё за фигня? Чё за фигня? Ты кто такой? Ё-моё! Это что, тот маньяк? Боже мой, я уже успел заскучать, подумал, что все, конец. Конец! Он сдрефил и убежал, а я тут спокойно кушал свои пончики, и он сюда прибежал. Ну что, давай с тобой поговорим. Давай поговорим, ты правда с мачете? Вау-вау-вау, а чё ты такой жесткий, чувак? А чё ты такой жесткий? Я тебе сколько должен раз выстрелить? Оу! Гоу попал, маньяк убит. Теперь у вас есть флотский револьвер. Ну что, друзья, у нас получилось. Мы раздобыли секретный револьвер серийного маньяка. Флотский револьвер. Вот он, давайте на него посмотрим поближе. Смотрите, он белый, но разрисован кровью. Точно такой же револьвер можно найти в Red Dead Online. И знаете что? Я сейчас чувствую невероятный прилив сил. Я чувствую, что мне хочется убивать. Я чувствую, что мне хочется раздавать хедшоты. Боже мой, я превратился реально в маньяка. Но я не против. Я люблю быть Господи, мэн, вот ты настоящий маньяк. Водитель той машины, а уж точно не я. Так, о, черт, подумал, сможешь меня уехать, да? Нет, не получится. И у тебя не получится. Сейчас устроим хаос на этой улице. А вот и полиция подоспела под мою душу. Ну, давайте им хотя бы хедшоты расставим. Вылезайте, вылезайте, я готов с вами драться. О, как мне нравится из него стрелять. Как мне нравится... Глядите, что этот мужик сделал. Проехался по полицейскому. Сэр, с вами все нормально, блин, его машиной прижало. Господи, как мне его жалко, что его прижало машиной. Как мне нравится редкое оружие, которое добавляют Rockstar, потому что оно реально классное. Давайте этих тоже сейчас попробуем подстрелить. И мне хочется еще перезарядочку посмотреть. Смотрите, как круто она выполняется. Так, оп, оп. Барабан поменяли, барабан заменили. О, здесь уже вертлеты подоспели. Интересно, получится сбить мужика на вертолете. Оу, черт, меня снайпер пришел.
Окей, как вы уже поняли, нужно найти 5 улик, чтобы открыть этот револьвер. И нужно теперь совершить 50 убийств в голову, чтобы этот револьвер разблокировался. Вернее, не револьвер, а именно раскрасочка в Red Dead Online. Именно в Red Dead Online я поподробнее посмотрю на эту раскрасочку. Сейчас же меня волнует убийство в голову. Эта улица с этого момента будет носить имя самого хладнокровного маньяка в истории Сантоса, мистера Кея, потому что здесь я похороню минимум 50 людей, а может быть даже и больше. Уж поверьте мне, ах, черт побери, меня переехали.